А, вот, Футурама, давай на сцену, бегом, 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 бегом. Куда ты побежал? Куда ты побежал? Вот Футурама неорганизованная какая, вообще просто. Сразу видно там, я краб. Давай, 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 побежал, побежал. Сейчас охрана такая, а бейджик где? Примерно так это происходит за сценой, понимаешь, там очень строго. Суеты, костюмы. Все, Футурама, ну наконец-то. Мы ждали вас 3 года. Куда ты, вот сюда, на второе давай, на второе. Не первое, второе. Второе. Ребят, пошумите Футурами в полном составе. Все, ой, дошли наконец. Куда ты? Куда ты? Нет. Вот сюда, вот сюда. Вот сюда, дружище, вот сюда, вот сюда. Ладно, смотрите. Сейчас, Дим, сейчас кто-то подумает, что мы строили вот этот язык специально для первого места. Нет, но вы уже догадались, первое место какая-то гусеница. Давайте поаплодируем, просто нереальная гусеница. Вылезай на сцену, гусеница, вылезай. Это мощно! Они еще сами зипятюню, как ноги, помните? Змейку поймать, просто контур. Парни, девочки, все смешалось. Давай на первое место. А, не могу! Я просто не могу, это очень смешно. Это очень смешно. Когда подарков от партнеров надо больше. Давай, залезай. Так, во-первых, спасибо нашим партнерам, которые представляют призы всем победителям Гель Пую. А кто у нас там еще сегодня в подарочках? Сейчас посмотрю. СПП есть действенная система быстрых платежей. Тоже большое вам спасибо за подарки для наших победителей. Поаплодируйте, лучшие костюмы по вашей версии. Всем бродить друзьям по белу смерть. Это просто угар. Тем, кто дружен, не страшны тревоги. Нам любые дороги. И все вместе. Нам любые дороги. Громче, Москва. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. И все. Так, ребят, минута славы у ребят. Все, все, понеслась. Но это еще не все. Спасибо. Папа, не упади, пожалуйста. Иди ешь дальше. Все, ребят, слезаем со сцены. Слезаем со сцены. Мы слезаем со сцены. Слезаем в любую сторону. Пашман сейчас покажет свое лицо. Я просто боюсь, что он здесь с уголка упадет просто. Но хотя ему не будет больно. Дмитрий Тарасов останется. Ребят, у нас есть очень важный момент сегодня перед красным салютом. Я скажу, кого мы позовем, или ты скажешь? Я скажу. Ты и я. У нас есть суперчеловек, легенда, мастер спорта Советского Союза по легкой атлетике, человек, который является главным судьей всех стартов, от детских забегов до московского марафона. Человек, которого сегодня юбилей 70 лет. И мы хотим, чтобы вы ему поаплодировали. И, наверное, впервые он окажется на сцене. Юрий Сипатов! Юрий Сипатов! Легенда! Ну что, мы хотели сказать важные слова, когда мой рок-н-ролльщик вышел на сцену. Дим, прошу. Мне кажется, что сейчас Лена скажет, больше из дома не выходи. Представляете, 70 лет человеку, которому ни разу за все это время не ушел с поста главного судьи наших соревнований. Не, конечно, иногда его замещала Лена, да, любимая жена. Вот. Что хочу сказать, представляете, мы 10 лет, даже больше уже, да? 13 лет. 15 лет мы вместе.
И этот человек обслуживал чемпионат мира по легкой атлетике, был главным судьей на марафоне, на женском, да? Вообще. И помимо этого, конечно, у него есть свои достижения. Он мастер спорта, между прочим, да, по в Советском Союзе. Я извиняюсь, Юр, да. Что я хочу сказать. Все эти годы мы продуктивно работали, Юра был частью команды, он уже даже больше, чем часть команды, фактически тот человек, который мотивирует не только профессиональных атлетов, но и любителей выходить на старты. Тот человек, который дает первый выстрел и делает последний, ну, фактически стреляет последнего человека, говоря, что он последний точно. Вот. Но мы хотим пожелать его от лица команды сегодня, в его день рождения, 70 лет все-таки, да? Хотим пожелать ему крепкого здоровья, Юр, чтобы вы всегда были с нами, чтобы никогда не унывали. Хотя, в принципе, когда вы унываете? Никогда. Вот видите, я поцелую. Ну и у нас есть для Юрия небольшой сюрприз. Даже два. Начнем с тортика, со сладкого подарка. Ребят, давайте еще раз поаплодируем. Рок-н-ролльщик, главный судья, человек, который просто легенда. И Николай, этот торт ваш. Свечи вечером зажжете в кругу семьи. Зажжете свечи обязательно. Там 70, ну и 70 лет! Что? А здесь написано, ох уж этот Юрка Сипатов. Да, так. Но это еще не все. Евгений Николаевич, фотографию. Можно идти, да, вот сюда. Фотография красивенькая. Вот. Так, супер. Как будто мы были на юбилее, но еще нет. Это первая часть нашего празднования. Евгений Николаевич, девчонки, забирайте, пожалуйста, тортик. Мы сохраним тортик, да, вот у Димы заберите. Евгений Николаевич, это подарок вам. Подождите пока. Итак, пойдемте со мной. Дмитрий, позволите, я заберу. Евгений Николаевич, пойдем со мной. Никогда еще Юрий Николаевич Сипатов на гражданском забеге не распылял краску. Вы знаете, что... Ну ладно, распылял. Это моя мечта, сказал он. На самом деле, Юрий Николаевич всегда из стартового пистолета дает старт и финиш всем нашим забегам. И на гражданском забеге у нас тоже есть с вами обратный отчет, когда мы рассыпаем краску. Ребята, вы готовы к салюту? Возьмите сейчас в руки краску. Красочку. Да. Достаем красочку, раскрываем ее. Как бы держим ее на уровне пояса, чтобы потом вверх ее. Да. Да, Юрий Николаевич пошел шапку снимать. Он говорит, одну секунду, шапку. И я тоже. Хорошо. Мы готовимся. Луна там пленки закрывает свою диджейку. Ребят, во-первых, вам спасибо большое за участие. Вы большие молодцы. У вас чеку вытащили здесь? Вот чеку. Вот надо вытащить чеку. Вот так. Это у меня чека. Чека-член. Ребят, будет обратный отчет на 10, 9, и когда будет цифра 1, Юрий Николаевич дает старт, и мы все вместе краску вверх, да? Я предлагаю нам немножечко присесть, чуть-чуть. Ну так, полусогнуто. Сейчас ноги уже болят, нам чуть-чуть присесть. Присед, да, на старт называется таком. Чуть-чуть присед сделать, да, присесть. Все свои камеры включили, которые сегодня будут грязненькие. Присели, чуть-чуть присели. Те там, кто вдалеке, да, тоже присели. Ну и поехали. И потом после единого, да, все, краска вверх и понеслась. Итак, все вместе на красном. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Краска вверх!
еще раз протру сейчас камеру.
Oh!
Yeah.
заканчиваю. Тут еще минимум полчаса.